Всем привет! Это футбольные истории, 86-я часть, Большой день Саши. Я продолжаю предоставлять вам факты того, как при участии парня Саши из Алматы Россия выиграла право проведения чемпионата мира 2018 года. Сейчас я вас буду знакомить со следующим материалом. Многие уже из вас знают, что это за рукописный материал, поэтому я не буду рассказывать. Тем, кому интересно, вы можете все узнать в описании к этому видео. В нем будут расположены ссылки на предыдущие видео. Здесь рассказывается о футбольной мечте парня Саши. И о том, что в финале главного футбольного турнира человечества будет играть самый юный игрок. Вот здесь это написано. Хорошо, что посмотрим в играх чемпионата, что смогут показать самый высоковозрастной и самый юный игрок чемпионата. Это все будет повторено в промо-ролике вора, лгуна и мошенника Руперта Уэйнрайта. Давайте посмотрим. Это ролик. Включаю. По видео видно, что это будет самый юный игрок, который примет участие в финальной игре. Я вас потихонечку буду знакомить со всеми материалами, потому что сейчас супруге сказал, говорю, если предоставлять все, люди просто обалдеют. На этом сейчас заканчиваю. Всего всем доброго и ждите новых сенсаций и чудес.